Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня в роли ведущей с вами буду я, Татьяна Еремицкая. И тема нашего эфира – идеологическая трансформация от позднего СССР до сегодняшнего дня. И прежде чем начать обсуждение этой темы, хотелось бы процитировать Владимира Владимировича Путина. Итак, он сказал: «Внутри самых разных стран уже развивается освободительное антиколониальное движение против однополярной гегемонии. Именно эта сила будет определять будущую геополитическую реальность». Думаю, что не сделаю открытие, что именно Россия возглавила это движение, и СВО — это только часть гибридной войны с коллективным Западом во главе США. И, как сказал Путин, главное достижение СВО — это укрепление суверенитета. Несмотря на то, что после разрушения СССР государственная политика России была направлена на дружеские и партнерские отношения с Западом, и Россия сама отказалась от суверенитета и полностью встроилась в западную либерально-капиталистическую модель, отказавшись не только от социалистической идеологии, но и практически от своей самоидентичности. Но в последнее время все чаще в публичном пространстве стали поднимать тему идеологии. Именно об этом мы хотим поговорить с нашим гостем, известным политологом-аналитиком, общественным деятелем, поэтом, Нагаевым Игорем Александровичем. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Здравствуйте, Александрович, дорогие друзья. Да. Прежде чем начать обсуждение этой темы, хотелось бы, чтобы вы немножечко нашим зрителям рассказали о себе, поскольку вы у нас новый гость, поэтому многие вас могут и не знать, хотя вы достаточно известный уже политолог-аналитик. Но тем не менее, расскажите, пожалуйста, как вы пришли к тому, чтобы стать аналитиком, политологом? И хотелось бы еще и также, как вы начали писать стихи, потому что я сама тоже поэт, сама тоже пишу стихи, и вот хотелось бы, чтобы вы об этом тоже немножко рассказали для наших зрителей. Ну, ничего сложного во всем моем жизненном пути нет. Так получилось, я вырос в соответствующей семье, где огромное количество поколений вниз, одни профессиональные военные. А соседом по даче у нас была, соседом по даче являлся начальник, как сейчас его называют, экс-начальник аналитического отдела КГБ СССР Леонов Николай Сергеевич. Гостями дома часто были известные наши специалисты по разным странам, разведчики, резиденты и так далее. Никто, конечно, никаких тайн никогда не выкладывал, вот, но меня учили читать между строк, понимать события между строк. А опыт жизненный учил этому еще больше и анализировать ситуацию, исходя из обычной жизни, так как я большое количество времени отдал банковскому делу. В банках, если ты не поймешь, не научишься понимать тех, кто к тебе пришел, то ничего хорошего не получится. И деньги исчезнут, и бизнеса не будет, и ничего не будет. Поэтому умение понимать других, слушать, понимать – это нормальное умение, которое есть в каждом человеке. Просто кто-то его в себе включает, будет, а кто-то игнорирует. Стихи, соответственно, я писать начал еще в школе, ну так, немножко для себя. А потом мне стало интересно, я, когда начал валиться Советский Союз, в этот момент, с одной стороны, я находился загруженный весь своими делами, молодость и так далее. А с другой стороны, я начал писать стихи, тексты точнее, для нескольких рок-музыкантов. Ну, они, эта история у меня быстро закончилась, потому что все слишком быстро менялось, и было не до рок-музыкантов. Была задача определиться в том мире и выжить. Мы тогда все выживали. Тогда профессора, доктора наук, химики, физики торговали на рынках, в Лужниках, ездили как челноки, чтобы только с голоду не сдохнуть. Страшное время. Вот, поэтому тогда стало не до стихов. Ну вот, собственно говоря, а последнее время, где-то в ноябре минувшего года, скажем так, просто все началось по новой, потому что в этот день был Архангела Михаила. Архангел Михаил – это тот, кого я всегда почитал, кто всегда у меня в голове, в сердце.
как у всех, собственно говоря, кто вырос в военных семьях, вот, или был военным. Ну, так получилось. Даже в советское коммунистическое время в КГБшной семье, военной КГБшной семье, изображение Архангела Михаила было каким-то образом само у меня находило, оно было всегда со мной рядом. И когда я в ноябре прошлого года начал опять писать, после большой длинной паузы многолетней, то первый стих это был, собственно говоря, меч Архангела. Вот и все. Это так коротко. Ну, а так получилось, что я оказался... мои знания пригодились День ТВ. Вот, и я там оказался в качестве приглашенного вначале эксперта, а потом мне доверили там быть и ведущим на День ТВ, самому приглашать людей. И раз в месяц я делаю свою сольную программу, называю ее серией «Хроники смуты», по итогу минувшего месяца, сольную, там, где я один, монолог. Я не обязательно там перевариваю события, как это делают в телевизоре. Я просто нахожу какую-то точку, которую начинаю исследовать. Вот. А раз в месяц обязательно у нас диалог. Вот. Это наш редактор, один из редакторов, задает мне неожиданные вопросы, которым... Они абсолютно неожиданные. Вот. И надо уметь сходу на них отвечать. Потому что зрителям нравится одним монолог, другим диалог. Ну, естественно, я сам кого-то приглашаю. В последнее время мои знания уже пригодились и в других местах, не только на День ТВ. Вот, и на РБК, и на Первом канале, и так далее. Ну, наверное, потому что люди устают просто от лозунгов, им нужно понимание реальности. А реальность, она вся лежит в плоскости финансов и торгашества, которые, под которых потом постраиваются идеологи. Либо ведь два процесса. Либо ты придумаешь идею, и под эту идею потом подстраиваются все. Да? Либо ты уже все существует, и нужна упаковка, как для конфеты. Тогда нужно ее оформить в идею. Проблема нынешней России в том, что у нас нет такой идеи, которая связала бы всех и вся, которая заставила бы всех в одном едином порыве что-то делать. Проблема Советского Союза, она разбита на этапы. Проблема позднего СССР в том, что элита, обращаясь как к иконе к прежней идее, идеологии, тем не менее ее не соблюдала. То есть лицемерие, когда они на людях, на митингах декларировали одно, а выходя с митингов из партийных собраний, жили своей собственной жизнью. Ну, выступая, допустим, там какой-нибудь... первый секретарь какого-то завода, да, комитета партии. И вот он поливает грязью фрезеровщика Иванова, который ушел в загул от жены, там завел себе любовницу. Вот как это не соответствует высокому уровню, светлому облику коммуниста. Ну, все правильно сказал, мы понимаем, что это нехорошо там, да. Все, вот его пропесочили. Вы так радостно, стремительно и замечательно все про него рассказал, осудил, вынесли выговор и так далее. Разошлись, партийное собрание. После этого женатый первый старик этого завода, который только что кричал, как это нехорошо иметь любовницу, едет к своей любовнице, к очередной. То есть, и тут у него никаких угрызений совести нет. То есть, это двойная мораль, она, собственно говоря, и раздвоение личности, она и погубила Советский Союз. А многие считают, что надорвались там в экономике или где-то еще. Да это все вторично. Первично у людей, у обычных, простых, появилось неприятие, лицемерие. Это лицемерие, когда одним можно все, другим ничего. Когда ты осуждаешь человека, потом сам делаешь все то же самое. Только тихо и в тенечке, и тебе никто ничего не скажет. Вот это лицемерие уничтожило Советский Союз. Поэтому, когда люди устали от всего этого, от этой двойной морали, в этот момент стали искать судорожно, а, собственно говоря, как же жить нормально, чтобы вот было по справедливости, по совести. В этот момент подсунули разные экономические теории. Ну и, естественно, такие красивые, что у вас будет у всех каждый свой отдельный дом, вы будете жить как в Германии, в Америке, у вас все будет замечательно, только давайте все станем жить при капитализме. Да кто знал тогда,
что жить при капитализме – это не просто жестко, это жестоко, это сложно, это тяжело. Сколько людей оказалось выброшенными за борт? Я слушал выступление одного врача, профессора, медика. По его оценкам, за 90-е годы и начало 2000-х на территории России около 7 миллионов человек умерло от невостребованности. То есть еще раз, проводили всякие там возможные, как положено, вскрытия, все, ничего нету, здоровые более-менее люди. Ни от инфаркта умер, ни от приступа язвы, еще чего-то. Нет! От невостребованности, психологической ненужности, от непонятия, как жить, как приспособиться к этому капиталистическому кошмару новой жизни. Тот приспособился, у кого-то хорошо все, кто в шоколаде, кто построил себе дворцы, там и не один дворец. Ну, а кто-то не смог найти себя. Вот он жил понятной жизнью в каком-нибудь научно-исследовательском центре крупном, прекрасным являлся специалистом по какой-то там технике, какому-то роботу, условно говоря. И вдруг все закончилось. Денег нету на этот центр, никому ничего не надо. Все закончилось. А он жил этими там гидроприводами, допустим. Жил, это была его жизнь. Он гений. Он лучший гений в стране по этим гидроприводам. Оказалось, никому не нужен. Понимаете? А это был смысл его жизни. И вот эта психологическая неприкаянность, она погубила огромное количество людей. И я в этом убежден, что этот врач, он прав. Кстати, это была передача, где обсуждалось, сколько людей умирает от в мире, не только у нас, от алкоголя. И там вдруг неожиданно вышел разговор на психологию. И вот такие цифры прозвучали. Вот, поэтому все не так просто, как кажется, все взаимосвязано. И я вот на ваш вопрос отвечаю. Просто с детства меня учили люди, которые были профессиональными разведчиками, просто учили искать взаимосвязи. Вот и все. Так получилось. Игорь Александрович, вот вы сказали, я вспомнила слова Кашта Чубайса, если не ошибаюсь, который сказал, ну, вымрут миллионы, ну, подумаешь, не вписались в рынок. Вот такая была психология у наших реформаторов, так скажем, которые проводили эту политику. Но хотелось бы вернуться немножко к вам лично. И вот что я нашла, информацию какую про вас. Аналитика Игоря Нагаева называют человек со своим мнением. Как стратег он четко понимает и разъясняет любые мировые ситуации. Политолог делает прогнозы, которые оправдываются. Вот высокая такая достаточно оценка, очень похвально. И вот еще хотелось бы, чтобы вы немножко рассказали, вот где и как вы оказались именно в момент разрушения Советского Союза. Да, в Москве я оказался, служил я тогда, я еще и служил, я еще и военным был. И стал, в один момент я понял, что служить некому и нечему. У нас в нашем роду очень много военных, профессиональных, известных. Но у нас всегда было понятие слова честь. Родина, честь, это всегда было, забивалось в голову любому мальчику. У нас только мальчики рождаются. Вот. Поэтому, когда стало служить некому нечем, я просто ушел и перешел в банковскую сферу. Не как безопасник, нет, а как вначале как юрист. Потом стал руководителем банковских подразделений. Потом стал руководителем в банках вообще. И получил большой банковский опыт. И находясь в банках, я изучил жизнь изнутри. Понял все тонкости экономической жизни и психологии человека, все взаимосвязано. Вот этот огромный опыт, который я приобрел, когда служил в банковской сфере, он как раз и помогает мне понять все, что происходило и происходит с точки зрения торгаша. Потому что миром правят торгаши. Мы забываем об этом. Мы считаем, что все не так. Мы считаем, что пришел там какой-то лидер политический,
и устроил революцию. Нет. Все революции на территории нашей страны, нашей империи, страны, назови как хочешь, они успешны только тогда, когда им помогают сверху. А помогают им сверху люди, за которыми стоят какие-то торгаши. Берем опять опыт Советского Союза. После смерти Сталина, и при Сталине воровали, кстати, а после смерти Сталина при Хрущеве сложились интересные обстоятельства, из которых выросла, в конце концов, мафия. Классическая мафия, где замминистра связан через цепочку людей там, с одним торгашом, другим, потом с каким-нибудь вором в законе, сам того не ведая, а может, ведая. Такая огромная-огромная цепочка, где все повязаны, круговая порука. И эта мафия, она, в первую очередь, торговая. Вспомним было дело магазинов «Океан». Да, куда там, как из-под прилавков, куда и как девалась икра, рыба и так далее. Какие огромные деньги тогда зарабатывали в черную. Вот, то есть это все начало формироваться при Хрущеве. И достигло апогея уже при, конечно, при Брежневе. Брежнев не смог уничтожить, и он боролся, он был порядочный человек. Вот. А при Горбачеве, Горбачев был частью этой системы круговой поруки. Она, собственно говоря, его и, наверное, привела так или иначе к власти. Если не привела к власти, то имела большое влияние на его окружение, на него самого. Со слов людей, которые были в банковском мире времена Хрущева, я понял, как Хрущев начал уничтожать советскую экономику. Внешне он был, конечно, коммунистом. И внешне он был за социализм. Но в первую очередь был за свою собственную власть. А он крикнул клич «Догнать и перегнать Америку». Что это означало? Это означало, что, допустим, вот вы, Татьяна, имеете завод по переработке мяса, колбасный какой-то, мясоперерабатывающий завод. А у меня ферма, мясная ферма, да, и я должен вам в течение месяца привезти по итогам месяца 1000 тонн мяса. Из него вы сделаете, вы получаете от меня мясо, вы выписываете мне накладную, что я вам сдал. С этой накладной я иду в Госбанк, Госбанк дальше дает мне деньги. Налом, без налом, там по-разному, да, неважно, дает деньги. Эти деньги я распределяю дальше у себя там, в колхозе, совхозе, на этой ферме сам. Вот. Но, увы, 1000 тонн приняли. А эта 1000 тонн, она участвует в обороте. Товар, деньги, товар. Ничего нового. Но после лозунга, который объявил Хрущев, «Догнать, перегнать Америку», началась игра в приписке. То есть появилась вторая тонна мяса в течение месяца на ваш завод. Но только без мяса. То есть только исключительно на бумаге. 1 тонну я привез реально, а вторую нет. Я пришел, принес бумажку, что как будто бы я ее привез. Вы мне даете накладную, что как будто бы я привез вам еще 1 тонну мяса. С этой накладной я иду в Госбанк, получаю деньги. И, конечно же, этими деньгами поделюсь с вами. И с теми, кто у меня в этой цепочке стоит, кто знает все телодвижения. Я вам грубо ее расскажу, потому что БХСС ее быстро поймал бы, так, если так грубо. Но смысл понятен. Когда появляется вторая тонна мяса на бумаге, а не в реальности, то нарушается товар, деньги, товар. Деньги есть, товара нет. Дальше появляется то, что Грозный предвестник инфляции. То есть получается, что появились деньги, не обеспеченные товаром. Эти деньги начинают у кого-то концентрироваться в руках. И эти кто-то, у кого они появляются в руках, концентрироваться, они имеют возможность купить дефицитный товар из-под полы с огромной добавкой сверху, чтобы ему дать. Да? То есть создавая эту цепочку необеспеченных денег дальше, они могут потом, в конце концов, накопить капиталы. А когда
появились законы о кооперативах при Горбачеве, то вложиться во что-то, еще больше заработать уже. Но деньги-то все, как вы понимаете, те, оттуда. Изначально ничем не обеспеченные. И на эти воздушные деньги, которые у тебя в руках, ты, в конце концов, захочешь стать большим олигархом. Ну, человек, существо жадное, ему хочется больше и больше. Такие люди как-то и объединятся, и начнут, в конце концов, оказывать влияние на начальников, а начальники, в конце концов, приведут страну к тому, что привели. Ее не стало. Вот, собственно говоря, то есть маятник, нет, не маятник, процесс уничтожения советской экономики создал Хрущев, запустив обращение «Необеспеченные деньги с помощью приписок». Сам ли он это делал умышленно? Или просто воспользуются этим другие люди? И я не знаю. И знать уже, собственно говоря, какая разница. Главное, что запустили. Процесс был длительный. Он не мог в один день уничтожить огромную страну и экономику, которая пережила Великую Отечественную войну и победила фашизм. Мало того, пришел к власти Брежнев. Тот самый оболганный Брежнев, на котором все смеялись. Смеялись, как он говорит, как он там себя ведет, старик. Да он вообще-то говорил так, потому что получил контузии, ранения реальные на фронте. Он не прятался в землянках, он воевал. В штабах не сидел далеко. Человек вызывает уважение, но над ним смеялись. Почему смеялись-то? Да потому что он наступил на горло этой змее распада экономики, уничтожения. Он начал наводить порядок как мог. Когда стало понятным, что, это мое предположение, что он действительно наведет порядок, то его подсадили на снотворные лекарства. Да-да, те самые кремлевские врачи. Да-да-да, те самые из лучших побуждений, может быть. Мы же знаем, что он сидел на снотворных лекарствах. Снотворные лекарства – вещь коварная. То есть они делали все, чтобы человека приостановить, замедлить. Понимаете? Вот эта круговая порука, она уже сформировала мафию, которая разбилась на несколько кланов. И им энергичный Брежнев был не нужен. Он мешал. Но убивать его тоже нехорошо, потому что стабильность нужна какая-то. Он обеспечивал стабильность. Поэтому в чем-то ему уступили, дали какой-то порядок навести, какой-то небольшой. Но в остальном-то его сдержали и посадили на снотворные лекарства. Поэтому, когда случился развал СССР, то он случился не случайно, его планировали. Просто одни планировали просто перезагрузку сделать и страну перезагрузить, экономику, поменять места в начальниках от засидевшихся, зажравшихся на других энергичных. То другие реально уже готовили страну к раскладу по карманам. Вот разные интересы, разные кланы столкнулись, и случилось то, что случилось, и как случилось. Вот и все. Игорь Александрович, не хочется вас перебивать, но хотелось бы вот задать такой вопрос. Как вы считаете, почему идеология позднего построения коммунизма проиграла идеологии либерального капитализма? Ведь отказ от идеологии построения, Ведь отказ от идеологии построения коммунизма произошел еще до разрушения СССР. Вот, и началось это с перестройки, так называемой конвергенции. То есть это была попытка симбиоза двух систем, социалистической и капиталистической. Ну, вроде бы идея неплохая. Вот. Вы уже частично ответили на этот вопрос, но вот хотелось бы, чтобы вот как бы вы могли сформулировать в нескольких словах, вот какая истинная такая вот глубинная причина, на ваш взгляд? Смена поколений. Если ты лично перенес ужас автомобильной катастрофы, то ты будешь своим детям говорить, что надо соблюдать правила дорожного движения. Не надо превышать скорость, пристегиваться и все прочее. Если ты не перенес этой катастрофы, а тебе это говорил твой папа, ты по инерции, понимая, что папа умный,
Ладно, сегодня не пристегнусь. Но вообще-то надо, да. Так поступишь. А твоему сыну ты уже, ну, будешь говорить, но не очень убедительно. Потому что на твоем теле не будет шрамов от этой автокатастрофы. И твой сын будет говорить: пап, ну это твой папа был в катастрофе, а у тебя все хорошо. Значит, все уже наладилось, все нормально едет. И вообще, отвянь от меня, мне и так хорошо. То есть страха уже нету. Я к чему это? Люди, которые видели дикий капитализм, не надо его романтизировать. Царской России. Не надо его романтизировать с помощью там всяких гимназисток румяных, снега с каблучка. Или сколько зарабатывал мастер цеха, допустим, или рабочий на Путиловском заводе, и сколько при этом стоила говядина. Замечательно, люблю людей слушать, которые передергивают постоянно. А я их спрашиваю: а сколько стоила аренда жилья тогда? А жена дома сидела. А сколько денег уходило на содержание семьи, жены, которую одеть надо, она не работала? А сколько на то, на это? И люди начинают плыть. У них была красивая картинка, которую им создали. Создали те, для тех, кто уже не помнил этого кошмара. А кошмар был похлеще, чем сейчас. Сейчас хотя бы как-то с оглядкой на президента, с оглядкой на что-то еще делают, да, с оглядкой на то, что... А вдруг опять революция будет? Ну, есть трудовой кодекс, ладно, черт с ним. Ладно, пусть больничный, ладно. Если больничный, ладно. Ну, так и быть, я не уволю. Вот, да? Но, ребята, до 1917 года все было не так. Это только были некоторые места, где формировались какие-то порядочные отношения, где капиталисты пытались заботиться о своих рабочих, то, что мы называем санаторий создавать и так далее. Это было вот точечно. Жили бесправные люди, жили бесправно. Они с большим удовольствием потом громили, уничтожали всех богатых. С большим удовольствием. Мстили. Даже когда сносили предметы, какие-то искусства, там, да, мозгов не хватало. Сносили, потому что это ненависть, это принадлежность к тем, кто на них зарабатывал. Но это поколение, которое пережило царскую Россию, оно, собственно говоря, уже к 80-м годам, ну, либо умерло, либо оно было уже немощное. Совсем немощное. И уже отошло от власти, отошло от средств массовой информации, где могли как-то это все рассказать, да? Вот. И серьезно уже это не воспринималось, потому что их стало мало, забылось, мы хорошо живем. Ты знаешь, что если что, пожалуешься в горком партии, на начальника ЖЭКа пожалуешься туда же, все там всем по шапке дадут, и все привыкли к какому-то порядку. Никто не понимал, что будут потом управляющие компанией, как сейчас. И порядка может не быть. То есть люди, которые перенесли кошмары капитализма, они радовались каким-то изменениям, что они теперь строят социализм. Да, с ошибками или с победами они его строят. Это психология. Их дети уже плохо понимали, чему радуются папы. Человеку все время мало, а вот надо бы еще. А внуки совсем не понимали. Вот на этой смене поколений, когда внуки перестали понимать, от чего ушли. Да, от чего ушли. Они просто потеряли якорь. Потеряли страх, потеряли смысл, может быть, жизни. Вот и все. То есть смена поколений губит многих. И если вы думаете, что она не губит династии олигархические, вы ошибаетесь. Олигархические династии, банковские, там, губит тоже. Мало в мире династий, которые продолжают править сами. Допустим, звучит слово, общее слово, там, допустим, Рокфеллер. Да, вот он, там, уже четвертое поколение Рокфеллеров, там, да, вот, ну, хорошо, четвертое. Откуда ты знаешь, может, правит уже давно не он, а нанятый им управленцы. А он просто приезжает, отчеты проверяет раз в год, откуда ты знаешь. Ну, очень часто такие династии, они на третьем поколении заканчиваются. Произошло вот это с Советским Союзом именно так. Поэтому здесь не идеология, как вы сказали, либерализма или коммунизма. Нет!
Ну, просто ребята уже не знают, против чего они боролись и за что. Им красивую картинку показали, вот там так живут. О том, что на пути к этому так красиво живут, есть нищета, есть жуткая инфляция, есть безработица, они не знали. Потому что они этого не перенесли. Вот, все, точка. Дальше можно нанимать хоть 10 философов, они вам будут здесь с экрана нести, извините меня, пургу, по-другому ты не скажешь, красивыми иностранными словами, вот, рассказывать теории. Да нет никакой теории, есть человек, живой человек, с его желаниями, опытом. 90% детей не верят, что огонь горячий. Не верят, пока руку не поднесу, 90%. И только 10 верят. И не подходят. Вы же, наверное, сами это наблюдали не один раз. Вот так дети устроены. А вот дети вырастают, они не верят уже, что при капитализме было ужасно, при царе. Тяжело. Да, простому человеку, именно простому. Что ему было тяжело. Ну, а что вы нам заливаете? Вы здесь у себя коммунисты, начальник горкома, катаетесь на Волге, вы кушаете другую еду, чем ем я, специально для вас сделанную. Вы покупаете хорошую одежду, которую я в магазине не вижу, она в дефиците. А у вас она всегда есть, вы в других местах отовариваетесь. А ну-ка, мы хотим жить как там, на красивой картинке. Для этого надо выбросить вас, начальников и коммунистов. Выбросили. Пошли навстречу картинке. Оказалось, не все дошли. Все. Вот вам, наверное, короткий ответ без каких-либо ссылок на философов. Просто говорите. Игорь Александрович, то есть можно сделать вывод, исходя из того, что говорите, и я, в принципе, тоже с этим согласна, о том, что декларируемая идеология, она не соответствовала той реальной идеологии уже, которая сформировалась в умах. И она сформировалась из-за отсутствия примера. То есть, как вы сказали, то есть в начале это был пример, то есть мы уходим от капитализма, потому что и, соответственно, строили другое, да, попытка другое социальное устройство выстроить. Потом пережили Великую Отечественную войну, страшные потери, вот эти преодоления послевоенные, когда нужно было просто все восстанавливать, собирать все практически сначала. То есть вот эти преодоления, но потом следующее поколение выросло. А когда уже родители пережили там ужасы какие-то, там страшные потрясения, они всегда стараются оберегать своих детей. Но пока еще на словах передают, да, информацию, и все-таки хотя бы ну, дети еще что-то впитывают. А уже внуки вообще оторваны, получается. И при этом они под такой опекой, опекой своих родителей, бабушек и дедушек, и в то же время государство вроде бы уже как бы базовые потребности закрывает, дает образование, дает работу, бесплатную медицину. Базовые потребности уже, в принципе, закрыты. Но человеку, как говорится, есть такое выражение, как много человеку нужно, когда у него все есть. Конечно, было не все, но, тем не менее, вот это стало восприниматься. Все, что есть, как будто оно так и должно быть, как будто оно само собой разумеющееся, а чего нет, вот, вот это вот уже ну, человек как так устроен, такая психология, когда ему чего-то не хватает, да, он внимание обращает на это, а не на то, что у него есть. Вот. И выросло поколение инфантилов. И вот я могу... извините, я вас перебью. Вы все забывают при этом разговоре еще один фактор. Выросло поколение безотцовщины. Крайне важный вопрос. Вы как мама, меня, наверное, хорошо поймете. Крайне важный вопрос – это то, что у нас женское воспитание. Вначале мужиков поубивало в гражданскую войну после революции, да, но не всех. Потом случилась страшнейшая Вторая мировая война, она же Великая Отечественная. Мужиков поубивало еще больше. Бабы на себе, уже не женщины даже, а бабы, говорю, да, тащили плуг вместо трактора, чтобы как-то выжить.
им не до детей было. Накормить, напоить – да. Пеленки постирать – да. Не было памперсов. Сейчас многие не понимают, что такое пеленки. Мне моя мама рассказывала, что на меня у нее уходило тогда. Они скромно жили, да, в военных тогда городках. У меня в течение суток ушло 53 пеленки зимой. Потому что холодно. Ну, вот так, да, надо все постирать и еще погладить и так далее. 53. Вот. Только на одного ребенка. А потом, когда надо еще как-то зарабатывать и работать на работе, зарабатывать и кормить детей. Отцов нет, убивало. Матери-одиночки на каждом углу были. В результате мальчики и девочки не видели нормальных отношений между отцом и матерью. У них не было модели нормальной семьи, отношений мужчины и женщины. Во-вторых, сыновья не видели папу, которого надо копировать. Ведь все следуют своим родителям, копируют. Мужского примера нет. В результате мама, приходя, бесил с работы, падали с ног, им уже не до длительных бесед о жизни, о смысле жизни. И опять же, это мама, это не папа. В результате выросло поколение, которое потом родило еще детей, и два целых поколения, теперь третье, которые передают неумение быть мужчиной и женщиной, неумение ролям мужским и женским, неумение, как, в какой ситуации, кто из них должен поступать. Инфантилизм, который упомянули, он в квадрате благодаря этому. У нас куча людей, которые ходят, называют себя мальчиками и девочками, но при этом понятия, но внутренней сущности этого стержня женского и мужского не имеют, бесполые. Вот такие сущности бесполые. И это тоже сыграло свою роль при развале СССР. Бесполые. Откуда тогда началась тяга к пьянке? Да, власть, конечно, зарабатывала деньги на том, что продавал спиртное и так далее, нужный в бюджет. Это понятно, во все времена это было и будет. Почему? Это все очень просто. Потому что, когда ты неприкаянный, когда люди не увидели нормальной своей сущности, стержня мужского нормального не обрели, модели правильно мужской, нет отца. Когда девочка выросла в семье, где нет отца, она не понимает, как женщина, девочка должна ориентироваться, да, слушать, там, что папа говорит, какие-то ориентиры отцовские, да, которые он подсказки дает. Выросло поколение, которое чуть что сразу стало топить себя в вине, которое растерялось, не знало, как себя вести, в жизни вести. А тут еще оказывается какая-то экономика, а тут оказывается надо... А вот давайте я вот инфантильный, я ничего не буду делать, пусть за меня придут и построят мне дом, как в Германии или в Америке, все будет хорошо. Мы только вот этих снесем с власти, и все. Вот к чему пришло отсутствие мужика и мужского воспитания. Это тоже сыграло свою роль. И я думаю, что вы с вами согласитесь. Да, я с вами полностью согласна. Хорошо, что вы вспомнили, напомнили этот фактор. Я полностью согласна, что это тоже. Но здесь были объективные причины, да, то есть это Великая Отечественная война, до этого гражданская война, конечно, то есть потери, да, ну и потом далее. Это объективные, да, ну никуда не денешься, так вот получилось. А да, сейчас пытаются искусственно вот эту идеологию внедрить, то, чтобы забыли свои роли, о том, чтобы не могли строить отношения. А здесь идет вот сейчас у нас продвигают западные ценности именно сознательно, которые разрушают вот эти вот все устои. И немножко здесь вот немножко другая история. Вот, но хотелось бы вернуться, да, к тому, что говорила. Знаете, вот даже по моему личному наблюдению я могу сказать, что то поколение, которым было на момент развала Союза лет 30 плюс-минус, вот я обратила внимание, очень инфантильно, ну не все, конечно, да, но зачастую встречается, и излюбленная фраза: вот вы и воюете за страну, вы там и что-то там за Конституцию, там
за какие-то перемены, за реформы. Вот вам надо, вот вы, значит, за суверенитет, и вы отстаиваете. Вот вам жить, мы свое отжили. И задаешь вопрос, ну как же так? Ну у вас же есть дети, у вас есть внуки, правнуки в конце-то концов. Нужно же думать об этом, не только там, я понимаю, что там вам, вроде бы там вы, там можете ссылаться, что вы отжили. Но и вот самое интересное, по младшей возрасте, те, которые как раз-таки застали в более юном возрасте распад Советского Союза, и более старшие, порой бывают более сознательны. А вот именно вот эта вот прослойка зачастую вот именно продолжает мыслить вот так вот инфантильно. И зачастую вот у них такая позиция, что государство не должно, они постоянно требуют. И когда начинаешь объяснять, ну так вы хотели капитализм, а при капитализме, как говорится, выживает каждый сам как может. И если вы хотели больше свободы, свободы слова, чтобы государство меньше вмешивалось, меньше цензуры было, там меньше ограничений того всего, ну, соответственно, тогда и больше ответственности лежит лично на вас. А другое дело, какие у вас возможности, правильно? У кого больше денег, у того больше возможностей. Но это уже нужно просто это понимать. А все начинается вот с этого осознания, понимания, когда человек не понимает корень проблемы, когда ждет того, что ну, априори не может быть, не понимая проблемы. То есть вначале нужно осознать проблему, а потом уже думать, как ее исправить. И вот возвращаясь к глубинным проблемам разрушения эссе, как мы уже коснулись этого, да, мы здесь уже понимаем, что на самом деле этот процесс начался задолго до перестройки, до попытки конвергенции и так далее. То есть это уже начиная с Хрущева. Но система была Сталином выстроена настолько прочно, что не так просто было ее сломать. Ну вот теперь хотелось бы акцентировать внимание именно на роли Горбачева. Вот хотелось бы еще поподробнее коснуться именно личности и роли его в разрушении Советского Союза. Ну, я с разными людьми общался, в том числе с теми, которые с ним работали вместе и готовили ему материалы и так далее. И с теми, кто разрабатывал в свое время Горбачева, когда он, прежде чем стал первым секретарем. Ну, в общем, человек был не чист на руку. Он участвовал в разных мафиозных схемах, которых я вам уже упомянул. Но доказать это знали только несколько человек, которым надо было знать. Все остальные не знали, и сейчас на меня могут даже подать в суд за клевету, потому что бумаг никаких нет. Все в глубоких архивах КГБ. Он имел все время так называемые откаты от группировки ингуши, по-моему, или чеченцев, которые торговали левым бензином, а другие торговали, имели отношение к торговле нелегальным золотом. Ну, у нас же золото добывалось на приисках. Что-то мимо государства, а что-то в карман государства. Вот то, что мимо государства, оно и где-то там гуляло. Вот. И поэтому, когда он там начал имел отношение, покрывая эти возможные схемы, у него появилась кличка Миша Конвертик. Вот, поэтому, когда он стал, уже занял свой пост в Ставропольском крае, то, собственно говоря, можно было показать пальцем, сказать, вот с этим мужиком мы договоримся, мы знаем как. Так что с человеком могли договариваться. То есть он, как вы поняли, имел отношение к мафии. Прямой или косвенно, неважно, но имел. Это первое. Второе. Он очень доверчивый человек с определенной манией величия. У него была мечта стать президентом Объединенной Европы от Лиссабона до Владивостока. У него была мечта, чтобы Советский Союз слился с этими странами в таком едином оргазме. Вот все это назвать как-то Объединенные Штаты Евразии, и его назначить президентом. А в обмен на это,
Ну, и на то, чтобы мы больше гонку вооружений не устраивали, она разоряет экономику, это правда? В обмен на это, давайте, ребята, мы не будем делать ракеты и танки, а будем качать вам нефть и газ, а вы нам будете делать все остальное. То есть эта идея рождена в те времена Горбачевым, его окружением. И подстегнуто его желание быть президентом Единых Штатов и всей Евразии. То есть сыграли просто его желание быть большим президентом. Совпало, скажем так, с другими желаниями других, которые объединяли Европу, Евросоюз потом. И ну да, ну хорошо, мужики, ладно. Давайте объединяться. Только условия диктовать будем мы, как объединяться. Ты думаешь, Горбачев, ты диктуешь? Нет, диктовать будем мы. Мы старая Европа, мы старые королевские, масонские и там прочие королевские семьи. Все капиталы у нас. Ты у себя там в СССР оставь технологии. Военные и нефть с газом. Технологии нам давай. Мы их будем использовать в мирных целях. Вот. А все остальное мы тебе сделаем. И стиральные машины, и автомобили, все, что хочешь. Только нефть качай с газом. Но только танки с ракетами не делай, не надо. С точки зрения президента СССР, который приходит к власти, пришел еще не как президент, а как первый секретарь, бюджет, конечно, был очень сильно милитаризован. Конечно, мы слишком много клепали танков, ракет. Это идиоту понятно, что слишком много. Вместо того, чтобы шить там джинсы, там, губные помады делать хорошие и так далее, автомобили, делали танки с подводными лодками, в переизбытке. И все понимали, что это переизбыток. Все понимали, что люди есть люди, надо в конце концов и о людях подумать. Поэтому его идея о том, что давайте уходить от гонки вооружения, она, в общем-то, была принята тепло. Всеми, кроме производителями этого оружия. Потому что военно-промышленный комплекс США и СССР друг друга, наверное, любили. Ну, потому что если не будет одного комплекса, то не будет необходимости в другом. Понимаете? То есть, мало того, говорят, что... ну, давайте так. Военно-промышленный комплекс США дает прибыли в личный карман его владельцев. Ну, естественно, зарплаты рабочим, рабочие места и налоги в бюджет. Но в личный карман много. Да, то есть люди строят, владельцы этого бизнеса строят себе огромные виллы, яхты и так далее. Но в Советском Союзе начальники больших военных компаний, заводов, тоже хорошо имели. Только по-другому. Это санаторий был, как сейчас называется, спа процедуры, да, с врачами. Это был не его собственный. Но он был. И дешевые, и поездки в Ялту, и в Сочи. Тоже замечательно. Ну да, своей яхты не было. Но, тем не менее, уровень жизни начальников этих оборонных компаний был очень высокий. Они тоже делились, естественно. Создавали рабочие места, они тоже бюджет, налоги и так далее, и так далее. Но в карман столько не клали, сколько там. Тем не менее, жили хорошо. Поэтому военно-промышленный комплекс наш и американский, был заинтересован в гонке вооружений. Тут приходит мужик, говорит, ша, хватит. Баблосов нету. Ну, правда, с деньгами уже бюджет трещали. И у нас, и в Америке реально трещали бюджеты от гонки вооружений. Хватит, ребята, остановитесь. И люди начали уже действительно бурчать. И Горбачев не идиот, он прекрасно знал, что люди бурчат. А зачем нам столько танков? Может быть, нормальные «Жигули» мы начнем делать? Вот. Так что не все так просто. С одной стороны, он получил поддержку народа, который хотел изменений. И изменений разумных. А с другой стороны, это мания величия. Я президент всех штатов. От Лиссабона до Владивостока. Вот вам психология. Игорь Александрович, хотелось бы здесь немножко свою реплику вставить. Дело в том, что... Что-что? Именно ядерного стратегического оружия. И это был сдерживающий фактор, который ну, как бы сдерживал именно от такой реальной войны, да, как говорится, обычным вооружением. Нет, Татьяна, надо было переизбыток ракет и у нас, и у них. Переизбыток, те ракеты, которые были тогда, даже сейчас, можно уничтожить гарантированно всю Землю несколько раз. Переизбыток, слишком много.
Да, я, конечно, мягко выразилась, но смысл в том, что помимо этого гонка вооружений была и в обычной, то есть в танках, там, обычном вооружении, которое просто было практически не востребовано, не нужно. То есть здесь еще в этом была проблема. То есть вот эта гонка запустилась, и остановиться уже было просто сложно. То есть тоже был переизбыток. Хотя достаточно было иметь стратегические ядерные вооружения, которые сдерживали бы друг друга. И уже здесь как-то договариваться о равной неделимой безопасности можно было бы. Это я свое Ну, так сказала. в принципе, да, но это же торговля, одни торгуются с другими, это всегда все не так просто и как кажется. У людей, люди так устроены, им всегда все мало. Вот, к примеру, ведь за всем стоит экономика. К примеру, вот я вам сейчас сказал, что слишком много ракет, да, слишком много ракет, а давайте их сократим. Разумно, но простите, ребята, есть вторая разумность. Для того, чтобы ракета получилась, надо задействовать большая и красивая. В ней очень много людей, много поставщиков, комплектующих, заводов. И чтобы это значит, что они должны производить не одну деталь в год, а настроить свои цеха, свои заводы на выпуск большого количества продукции. То есть, и тебе говорят, если ты хочешь, чтобы у тебя была ракета качественная, то надо делать большое производство. А большое производство, оно не может простаивать. Оно говорит, мы все сделали, но теперь надо много выпускать. Танки простаивают. Они дорогие. Что, ради одной ракеты покупать? С ума сошел. Мы сделали эту ракету, я что, рабочий должен уволить? И дальше, само собой, масштабирование, оно цепляет с собой дальше все. И в конце концов начинается масштабирование, увеличение производства, а вот сейчас куда бы это применить, как бы это продать, кому там втюхать и так далее. Это цепочка. Поэтому, если ты в нее влезаешь, в эту цепочку, стремительно и быстро, как влез Горбачев, не подумав наперед, то ты получишь хаос. Собственно говоря, хотели как лучше, получилось как всегда. Вот и все. Игорь Александрович, хотелось бы немножко более подробнее осветить тему, как с чего начался парад суверенитетов. То есть это изгнание прибалтийских республик. Вот ваше Это не мнение. изгнание, это не изгнание. Это не изгнание, совсем нет. Это желание сделать мафия, торговая мафия, которая уже была и слилась в экстазе с Компартией, с ее руководителями некоторыми, да? Эта торговая мафия, она нуждалась в Прибалтике, в портах Прибалтики, в ленинградских портах, в ленинградском порту и в Прибалтике. И если ты из состава Китая, нынешнего. Совсем выводишь, допустим, Гонконг, и опять делаешь его совсем независимым, но у тебя есть с ним договоренности экономические, то ты делаешь из него форточку. В эту форточку ты бросаешь колбасы там, связку, сарделек, туда и обратно. То есть, иначе говоря, они хотели сделать Прибалтику, это мафия, форточка, через которую они легально смогут свои товары и деньги отбеливать и гонять туда-сюда через ее порты. Дело в портовой сущности. Торгаши, для торгашей крайне важна точка входа. Порт – это всегда точка входа в речную систему. Всегда перевозки водой были дешевле и эффективнее, чем сухопутные. Поэтому самое большое развитие получили города, которые являлись морскими портами в устье каких-то рек. То есть Нью-Йорк стал нужным, как Нью-Йорк и великим Нью-Йорком, и богатым, только тогда, когда сделали канал там, где Гудзон и Великие озера. И когда соединилась вся цепочка Нью-Йорк, порт,
там река и великие озера, после этого стал богатеть Нью-Йорк, после этого стали, появились и богатеть стали Чикаго, в том числе, да? То есть точки. Для торгашей нужны точки входа в речную систему. А потом эти точки, даже сейчас, когда есть совершенно замечательные железные дороги, асфальтовые дороги, все равно все упирается в порт. Потому что по морю везти дешевле, быстрее и так далее. Но вот нужна была Прибалтика в качестве такого выхода. И эта мафия просто отделяла Прибалтику для своих торгашеских целей. Это одна часть балета. Вторая часть балета были люди, которые хотели просто переформатирования страны, изменения ее экономики, уклада в лучшую сторону, ради лучших побуждений. И даже разрешить какую-то небольшую там, частную собственность и так далее. Но эти люди считали, что Прибалтика опять должна быть независимой по другим причинам. Потому что мы устали ее кормить, пусть кормится сама. Вообще все забывают о лозунгах, которые тогда были очень важны. Хватит кормить все остальные республики. Дело в том, что если поднять все балансы, да, экономические всех союзных республик, вот, то последние 10 лет существования СССР ситуация была такая. И эти балансы, они есть. В интернете их найти можно, в Росстате, где-то еще. Это не секретная информация. Российская Федерация, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика была в огромных прибылях и за свой счет содержала, дотировала все остальные республики. Казалось бы, богатая Украина, у которой столько зерна, там, машиностроение и так далее, нет, ребята, она потребляла денег больше, чем зарабатывала. Та же самая история со всеми остальными республиками. Ближе всех к безубыточности, да? То есть жить настолько, сколько ты потребляешь, потреблять столько, сколько ты производишь, была только Белоруссия. Потом уже по нисходящей шли Казахстан и Украина. Прибалтики там не было. То есть все республики содержали за счет РСФСР. Поэтому у нас самое маленькое количество асфальтового покрытия, дорог с асфальтовым покрытием. А в каком-нибудь Узбекистане или Эстонии самое большое. Поэтому на Украине было самое большое количество электрифицированных железных дорог в Советском Союзе вообще. Но не здесь. Мы содержали за свой счет. Потому что идея была поднять окраины, чтобы все жили в едином экстазе, на едином уровне жизни. Все замечательно. Но это создавалось в основном за счет денег, сверхприбылей, которые создавала Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. И в конце концов от этого стали уставать. Поэтому среди тех, кто хотел переформатировать страны, была идея. А давайте-ка пускай Прибалтика, в которой грохли столько денег, из которой сделали витрину Советского Союза, пусть она живет на свои. Ее не выгоняли. Но просто такое мнение было. А они, уверовав в то, что деньги как сыпались из московского центра, гораздо больше, чем они зарабатывали, что это будет и так, и дальше. Тем более мафия, тут еще есть мафия. Мафия приходит и говорит, да мы там вам башляем, мы все обеспечим тоже. То, что мы еще свои теневые потоки обеспечим. Они купились на это. Поверили. И все. Вот во вся история с Прибалтикой. Ну, и, конечно, психологический фактор. Каждый маленький боярин хочет стать князем. А князь хочет стать царем. Все. А еще хотелось бы поговорить о механизмах. Каким образом все-таки пришли? Потому что многие же все равно были против и за сохранение территориальной целостности, это во-первых. Во-вторых, Горбачев как глава государства обязан был охранять территориальную целостность, сохранить ее, то есть интересы государства. А вот как так получилось, что согласились, так скажем,
Он не справился. Он не справился с управлением, как не справился Николай II. Николай II хотел как можно лучше. Николай II крутился, как уж на сковородке, между всеми врагами. Внутри и снаружи. Но он не справился с этим вращением вечно. Он не справился с управлением. Горбачев не справился тоже. Он не справился с интересами мафии, которую надо было давить. Но выкорчевать он ее не мог. Слишком глубоко пустило корни. Он не справился с желаниями князей стать царями. Я первый царь горкома там, Таджикистана. Я хочу быть теперь президентом, царем. Чего я должен от тебя зависеть, все время ждать? Сколько ты мне дашь денег? А вдруг ты меня снимешь с поста? И они захотели стать царями. Он не справился с этими их желаниями, потому что кадры решают все, надо заниматься кадрами. Он не справился в отношениях экономических. Например, вместо того, чтобы наладить товарно-денежные отношения после Чернобыля, он дал команду вывести деньги из страны. У меня вопрос. Он выводил деньги из страны, обескровил экономику. Специально или по дурости? Я ответа не получил пока, но деньги выводились. Почему тогда появился кризис неплатежей? Почему народ пошел с голоду голосовать за новую власть, за Ельцина, который там, за всех место, за все хорошее, против всего плохого? Начался голод. Начались перебои с зарплатами, начались перебои там, здесь, с работой. Потому что денег не стало. А денег не стало, как я выяснил потом. Их просто специально вывели из страны под предлогом. Красивые предлоги были, красивые контракты, внешнеэкономические или погашение каких-то займов или что-то еще. Ничего подобного. Были просто выведены деньги. Потом, когда страна рухнула, и ее стали класть по карману в виде частной собственности и приватизация, эти же деньги, выведенные по одному курсу, 66 копеек за доллар, вернулись сюда по другому курсу. Уже за доллар давали 6 рублей. И на эти деньги, только теперь выводили деньги государственные через систему банков, в том числе советский загранбанк, а заводили обратно уже деньги, как будто принадлежащие конкретному условному Чубайсу. То есть государственные деньги в один день, пройдя цепочку банков, стали неожиданно частными. На эти частные деньги, да еще по хорошему курсу, совершенно замечательно, разложили страну по карманам. То есть, я не знаю, был умысел лично на это у Горбачева, либо он просто не справился и здесь с управлением. И другая группа людей, заинтересованная в распиле страны, это все совершила. Он просто оказался слабым правителем. Либо он был в доле. Одно из двух. Я не знаю. Но эту страну приватизировали на наши же деньги. Да, действительно. Ну, как вы сказали, видимо, наверное, и западные кураторы на него влияли, и, видимо, это его амбиции его сгубили, и доверчивость, и вот это желание стать таким, как вы сказали, президентом... Всех президентов. Всего евразийского такого, как вы там сказали, союза или что-то в этом роде. По всей видимости, он, ну, его, наверное, убедили в этом, и он думал о том, что если он из союза сделает конфедерацию, и в эту конфедерацию присоединятся европейские страны, то есть вот такой конфедеративный союз, и вот он его возглавит. Возможно, у него были такие какие-то идеи, вот. А Запад его развел просто как лоха. Не только. Он еще не справился с экономическими проблемами. Проблемы экономические есть в любой стране в любое время. И их надо решать. Он не нашел правильного их решения. Вот создал новые проблемы. Не нашел. То есть, как управление. Он хотел как лучше. Получилось как всегда. Понимаете, он реально хотел как лучше. Но не смог решить. Вот в чем проблема. И все его движения вызвали только больший хаос. Человек хотел как лучше. Хотел спасти нас от того, чтобы люди перестали спиваться от алкоголизма.
и практически ввел сухой закон. Закончилось это плохо. Бюджет не потерял, потерял огромное количество денег, вырубили огромное количество виноградников, там, ну и так далее, да? А заводов и производства соков и компотов на каждом углу не построили. Могли бы так сделать хотя бы. Вот, то есть, да, он спас чьи-то жизни, да, стали меньше пить, это правда, я помню. Вот, но он хотел как лучше. Но головой-то надо думать, как это делать правильно. То есть, вот каждый раз, вот все, что он не делал, он реально хотел как лучше. А получалось как всегда. Вот то ли потому, что не мог учитывать все факторы, то ли противодействие ему стороны разных кланов и мафиозных структур было такое великое. Я не знаю. Я не хочу его ни осуждать, ни оправдывать. Честно. Вот не хочу. Мне сама фамилия не нравится. Вот Горбачев какой-то, вот что-то в этом уже не то. Сталин в этом что-то есть понятное. Да? Понятно, что это псевдоним, да? Не настоящая фамилия. Сталин. Что такое? Железное, стальное, уверенности. Путин, что такое путное там, да? Вот там, по пути идем все. Что-то есть, да, там, понятно. Вот, но вот Горбачев, ну вот это Ельцин даже, Ельцин. Колючий, ель какая-то, колючая, но она твердая, она крепкая, ну колючая, да. Ну вот тут вот что-то. Фамилия не тянет на то, чтобы люди любили этого человека. Вот примерно так. Да, и хотелось бы вот отметить, что в любом случае, какой бы ни был умысел, намеренно это было предательство или преступная халатность. В любом случае, преступная халатность – это тоже преступление и требует тоже правовой оценки. И вот в связи с этим как раз вот вопрос, как вы думаете, вот, и об этом уже высказывались очень многие политические, общественные лидеры, о том, что уже давным-давно пришло время дать правовую оценку событиям разрушения и до, и именно непосредственно, которые повлекли разрушение Советского Союза, действиям непосредственно Горбачева, его преступные указы, которые он не имел права издавать, те действия расформирования органов власти, которые он не имел права делать, ну и там целый список, да, его таких достижений. Правомочных, так скажем, неправомочных действий, но правомочности и то, что с юридической точки зрения, это всегда дает только суд. Мы можем, конечно, судить сколько угодно, вот, и даже Владимир Владимирович неоднократно высказывался о том, что считает, что это геополитическая катастрофа, а любая катастрофа, она всегда расследуется. Но Татьяна, вы такой романтик большой, я вот просто с вас, как говорят в Одессе, улыбаюсь. Ну, просто улыбаюсь. Вот, честное слово, извините, вас прервал. Ну, вы настолько романтичная женщина. Какой-то суд, какой-то еще что. Ты уже проехали, уже все, уже ничего не вернуть. Это, во-первых. Во-вторых, СССР-то не ликвидирован. Еще раз. Нет никакого свидетельства о том, что Организация Объединенных Наций получила все документы о том, что Советский Союз ликвидирован в таком-то порядке, как положено ликвидировать. Просто прислали уведомление и поменяли табличку. Даже границы между Украиной и Россией нету до сих пор. Об этом. Поэтому нормальной. До всех событий даже не было. Поэтому прежний глава ООН сказал, с точки зрения юридической, если вернуться к юридической части, все, что там происходит, да, это событие субъекта федерации под названием СССР. То, что на Украине происходит. Это внутри их советские события. То есть, поэтому давать правовую оценку, когда государство официально не ликвидировано, как положено. Как? Кто даст? Поэтому столько спекуляций, люди приходят и говорят, а вот у меня документы СССР существуют. А, вот смотрите, я как раз об этом хотела подвести, это могу сказать, что как раз с юридической точки зрения ликвидации именно Союза не было.
Горбачев, по сути, ликвидировав органы управления, ликвидировал государственность, общее управление. Вот. И с 2020 года Российская Федерация является теперь еще и правопреемницей. То есть до этого мы были правопреемниками только РСФСР и правопродолжателями, то есть взяли на себя обязательства Советского Союза. А с 2020-го мы и правопреемники и правопродолжатели Советского Союза. То есть получается, Российская Федерация и есть Советский Союз, но без контроля территорий, которые как бы получили от нас суверенитет. А вот я думаю, что эта тема тонкая. Суверенитет. И вот как раз-таки нужно рассмотреть, законны ли действия Горбачева, который расформировал органы управления, и поставить вопрос о том, что вся эта территория относится к Советскому Союзу, а это уже внутреннее дело, к степени суверенности, какие полномочия каждой республике мы можем отдать. То есть союз это или федеративный союз, или конфедеративный союз, но тем не менее это союз. А союз подразумевает, это уже как минимум в области безопасности вопрос. То есть это должен быть запрет на размещение иностранных там. Это все правильно говорите, Татьяна, но это все романтично, есть реальность. Мы можем сколько хочешь женщина может показывать своему мужу паспорт и штамп свидетельство о браке, но при этом удержать этого мужа у себя, видит она его раз в год, удержать его она себя не может. Поэтому здесь все то же самое. На бумаге это одна история, а в жизни другая. Я предлагаю эту тему обсудить отдельно в следующей передаче, потому что мне уже пора на встречу другую. Вот. Да-да, только я просто резюмирую. Вот мы как раз-таки об этом и говорим, что не вопрос, но брак-то не расторгнут, не вопрос, давайте через суд решим все спорные вопросы, как и положено было по законам республики, пускай проводят референдумы, и народ решает, если хочет развода, оформить развод, как и положено, с решением всех спорных вопросов. А так получается, вопрос зависший, и поэтому постоянно проблема. Вот об этом мы и говорим. Нет, мы говорим ничего, о том, что... ничего не получится в таком режиме, потому что есть реалии жизни, никто не будет заморачиваться на эту тему. Вот. Потому что лучшие учителя в этой жизни, у всех людей, ставят мозги на место холод и голод. Только через экономику, через нужды торгашей они могут к этому прийти и устроить какое-то заседание, на котором опять что-то порешать, даже без суда. Только через холод и голод или проблемы. Я прошу прощения, у меня время закончилось. Мне надо идти. Ну, хорошо. Спасибо большое за то, что согласились на встречу, за эту интересную беседу, за ваше мнение. Вот, спасибо вам за возможность. И спасибо зрителям, которые будут нас смотреть, слушать внимательно. Будет куча эмоций, и все зрители должны знать, что я отношусь к людям, которые внимательно читают все комментарии. И если будут интересные вопросы, то в следующей передаче на эти вопросы обязательно мы ответим. Правильно? Да, конечно. Спасибо большое. Большое зрителям тоже спасибо. Делитесь трансляциями, подписывайтесь на наш канал. Кстати.